Так, приветствую, ребята. Решил тут заменить подсветку на гарнитуре. Потому что родная гарнитура, подсветка у нее вот такого цвета. Красного, даже малинового. Ну, как бы, не знаю, не соответствует дисплею и прочему. В общем, взял я оранжевые светодиоды. Ну, приблизительно такого же цвета. Сейчас буду отпаяю феном и заменю. Так, перед тем как отпаять, сейчас отпаяем, нанесем зеленой нашей этой мачмалы. Так, аккуратненько. Фен я выставляю 290, ну аккуратно тоже, без особого фанатизма. Он здесь не нужен, фанатизм. Так. И начинаем разогревать. Переборщил я, по-моему, с этим. С зеленочкой. Так, хорошо. Желательно после этого взять, подчистить дорожки. Вот так вот. Так, сейчас пройдусь немножко паяльничком, потому что таки паяльник рулит. Так. Так, это у нас вниз. Ага. Сейчас мы. Готово. Так, ребятки, все сделал я, поменял диоды. Вот такая вот теперь подсветочка. Вот такого цвета. Не режет глаза. В принципе, близка к подсветке дисплея. Сейчас я свет выключу. Так, еще раз. Вот такой вот. Такая подсветка. Теперь практически одного тона. Уж и китайцы всовывали красный. Вот такая подсветка. Кому понравилось видео, ставьте лайки, ребята. И всего доброго. До свидания.